Так, Херстон. Пошло соединение, все хорошо. Без эксцессов пока что. Бывает попадает иногда соединение. Ну, это бывает. Хочешь отдохнуть от приключений? О. Так, поиграем. За руку. Очень быстро соперник подобрался. Хорошо. Валира и Гул'дан. Моя душа будет моей. Черт, нежненько сыграем. На чеку. То есть разбойник против чернокнижника. Мое почтение. Минус чернокнижника, то что у него перезагрузки плюс. Минус, он отнимает все здоровье, но это ничего не дает. Такое, такая вилка у него. Это наш город, ничтожество. Покажем им. Наверное, не одну партию, как по времени буду я вкладываться, посмотрю по времени. Хорошо, что не маг. На все было бы бессмысленно ставить. Или смысл в основном уничтожили с разбором. Так, сейчас нужно пройти. Ладно. Ты не пройдешь. Блин, конечно, таки помогает. Любые провокации. Угу.
Нет. Оставим потом. Трогать в этом ломился. Она просто стоит при смертных рипах. Если спел на его не кинуть, то он так и будет. Если же проще, если вилка носит туда, это просто заклинание. Кожан герой есть. Просто он вспомогательный. Способность герой. Yeah.
почтение. Давай начнем. Я во всем лучше тебя. Что же стало? Покажем им. Чего пялишься? Давай начнем. Ты
начнем. Сундучок. Сейчас девяточку на диск. Копию можно замешать будет. Сначала девяточку, потом копию. Все, меня сейчас не уничтожить. А, нормально. Хорошо. Все. Это шикарно. Так. 9 уничтожил. 4 уничтожил. 4 я уничтожил. Да, наверное, даже мне сейчас будет очень сложно. С этой картой очень сложно бороться. Сейчас он меня не убьет, то это будет убьет, наверное. Да. Спасибо. Выполнил задание какие-то ежедневные. Проверим, что это дало. Какие комплекты. Хорошо. Ничего. Сыграю. Сыграю за это же. Нет, сыграю. Допустим, не знаю. За мага. И он будет позволять для записи. Помните. Я, скорее всего, я буду сражаться с честью. Не стоило напрашиваться. Три партии будет. Здравствуй. Нормально. Закончен. Стрел на этом. Здравствуй. Встреча. Пал против мага и маг против пала. Точнее, маг против пала и другой за мага. Let's go. Что ты там прячешь? Интересно. За нами будущее.
что-то. Возвращайся в пустоту. Нет. Сделаем вот так. Независимо. Возвращайся в пустоту. Привезел секреты. Может, я сейчас сильный. Бочку не буду. У вас одна бомба. Интересно. Можно оставить на потом. Посмотрим, как он сходит. Это все там плохо будет. Так. Секрета у нас нету. Я могу быстро. Нельзя применить к этой цели. Северные волки готовы к бою. Здесь уж без разницы на самом деле.
сейчас его выпрыгну. Сейчас. Что можно сделать? Лучше, что можно сделать? Уничтожить. Там 13 ровненько. Меня питает твоя ярость. Что приказать? Жалкое ничтожество! Тревожь меня.
трепещи перед мощью Штормграда! Что приказать? Не очень хорошо. Он же будет так аккуратнее. Нет. Будет больно. Что приказать? Секрет. Что-то мне нехорошо. Что приказать? Плохо лицо с обхитом. Здесь живут не только маги. Что приказать? Восемь. Да, интересная ситуация. Никогда не переставай копать! Копать! Вообще... Не понял. Контрольный секрет. Что приказать? Посмотрим. Все потеряно, так скажем. Все потеряно. Неплохо сыграно. Подожди, человек. Торопишься. Неплохо сыграно.
спасибо. Спасибо. Жду приказания. Так. Мне интересно посмотрим. О! Еще можно жить на самом деле. Так. Вот так. За 8 нет, значит, за 0. Так, секрет еще. Что это значит? Может атаковать в мой следующий ход. У меня скоро кончится карта. Вот и восьмерочка. Просто запрещен. Хорошо. Жду приказаний. Спасибо. Хорошо, на доле везде. Сильный противник, очень соперник. Закончу на этом стрим. Всем пока.